Поведника Крейдова Флора там возле Закот нам показалось мало. И мы приехали в лиман на Голубые озера. Вон там семейство лебедей. Два больших белых, не знаю, видно или нет, и с ними малышня серая. Это Голубые озера, не знаю, одно из них. Вон тут никого нет, а мы тут единственные на пляже. Клиенты. Женщина, как всегда, моет кастрюли. А мужчины там накрывают на стол. Это бесплатный городской пляж города Лиман. Ну, пляж бесплатный, а все кабинки тут, всякие столы, палатки, написано платно. Еще раз панорама Голубых озер. Как-то у нас хорошо все сегодня получается. Если бы завтра не выходной, не рабочий день, то боюсь, что мы могли бы еще заехать и в Святогорск. По крайней мере, усталости нету, один восторг от красот, которая в нашем краю. В Лимане работает железная дорога. Вот, оба, все закрылось. А мы бы хотели туда поехать. Это Украина. А уже электричка идет. Не знаю.